Всем привет, дорогие друзья на Калируне. Сегодня я хочу поиграть в игрушку «Зомби против растений». Ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что, всем приятного просмотра. Ну что, а мы начинаем. Это у нас будет в будущем. Уровнях уже серьезных. Сейчас пока что у нас будет мини-обучение, такое сказать. Не знаю, сколько сегодня мы уровень пройдем. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Вот, смотрите, около двери нашего, так сказать, хозяина, или как это назвать. Написано коврики welcome. Прикольно, прикольно. Я, кстати, хотел скачать... не то, чтобы хотел, я даже скачал. Типа, версию русскую «Зомби против растений», но там была старая версия, имеется в виду. Типа, игра самая русская, но... Игра была... Ну, старая версия, и всё-таки я решил с плеймаркета скачать самую последнюю версию. Ну, к сожалению, английская, она считай. Но думаю, это нам не будет сильно мешать, и мы все равно как-то пройдем. Что? В ближайшее время, друзья, ждите зомби против растений. Пока я буду так искать в пародии, будем так сказать, зомби против растений проходить. Что вообще отвлечься от всей этой... От всего просто. Просто поиграть в такую спокойную игрушку. Ну что, вот мы уже прошли первый уровень, так сказать, обучения. И получили подсолнух. Ну что... Погнали, следующий уровень. Let's go. Так. Тут у нас уже побольше зомби. И у нас открывается еще 3 ряда. Ну, 2 ряда открывается, всего 3 будет. Так. Этот пацан там будет давать, так сказать, солнышки. Чтобы мы не только с неба подбирали. Ну, чтобы нам не только солнце настоящее давало, а и подсолнухи давали нам солнышки. И так мы быстрее накопим на грохострелов, чтобы отбиваться от зомби. Ну что, вроде все понятно, все в принципе логично. Давайте поставим ряд грохострелов, ряд подсолнухов. И так будем ставить, в принципе, часто. Вот так будем ставить. Так, куда пойдет? Посередине, влево, вправо. Понятно. Так, и вот так будем ставить. Да. Так. Сейчас. Так, будем расставлять пока что подсолнуха, пока зомби не идут. Что нам так очень нужно. Так. Не забывайте ставить свой царский лайкос, дорогие друзья. Мне будет очень приятно. Напишите какой-нибудь приятный комментарий. Не, я все прочитаю, все про лайк. Ну, смотри, как комментарий. Если хороший, то я поставлю лайк. Отвечу, конечно же. Но если плохой, тогда, ну, я просто проигнорирую. Просто игнорить, ну просто буду игнорить, да. Я только на хорошие комментарии отвечаю, а на плохие я просто их не замечаю. Просто да. Так. Ну пока что все неплохо, все даже хорошо. Такая музыка, спокойная такая. Просто прям, ну кайф играть. Игрушка реально кайфовая. Главное легендарная. Так, скоро у нас тут уже волна. Надо побыстрее грохострелов уже поставить. И все будет чики-пуки. Так. Так. Ну да, мы сейчас ставим так. Вот так. И все хорошо. Так. И сейчас у нас будет волна, капец. Зомби с флажком, где нарисованы мозги. Да, он хочет мозги, но он их не получит, зомби. Потому что мы всех отбили. Да, у нас такой красивый ряд получился, ребятки. Да, все, и мы получаем, как мы видели, когда только нажимали на трюн, вишенку. Точнее, две вишенки. Такая вишенка красивая. Такие две вишенки. Ну, еще, конечно, нам черри-бомб. Классно. Типа, а, это черешня! Друзья, это черешня, кажись. Блин,
Что-то на вишню сначала. Подумаем. Такая черешня. Все, погнали. Сажаем. Так, бегу я по своему подсолнуху. Такой улыбается. Да, он улыбается, потому что Руни снял новый видосик, друзья. Так. Так, ставим, конечно, здорово. Так, вот так, вот так. Опа, уже зомби пошел. Блин, ну ладно, в принципе, ничего страшного. Можно и подождать. Ничего он такого страшного нам не сделает, ведь это всего лишь один зомби. Так. Так. И ставим грех и стрелу. И все, хорошо. Так. У нас 4 подсолнуха. Ну, конечно, надо побольше, потому что это слишком мало. Так. Так, еще один зомби. Ага, ну ладно, без проблем, ставим грехострел. И ставим подсолнух сюда еще. Прям хорошо влепили, так сказать. Так. Угу. Ладно, давайте пока что так поставим. Сразу же заранее. Пока что буду так оставлять. Не вижу смысла пока что делать второй ряд грехострелов. Пока что нам это вообще не нужно. Думаю, скоро нам это пригодится, когда пойдут уже зомби поопаснее. Но пока что не надо. Так. Почти. Да, блин. Прям зомби пошел, прям вообще, прям как не надо. Ну ладно. Все, мы сейчас уже поставим и вот так. Ну, все прекрасно, в принципе, вообще прям хорошо. Так, вот так. Всех оставляем с тебя сюда. Тебя сюда. И вот и все хорошо, ребят, вообще. Так, тебя сюда оставим. Тебя сюда. Ну что, осталось нам один горошек. Один грех стрел, так поставить, и все будет хорошо. Ну все. А сейчас накопим на вишенку, чтоб прям было очень круто. Так, вот так. И сейчас все взорвем просто. Сейчас мы испытаем, так сказать. Сейчас пусть зомби разойдутся, ну точнее, подойдут к нам поближе, тогда я взорву. Зомби, ну что быть. Все, взрываем. И бдыщ. И мы получаем картошку или это орех. Непонятно. Я таки что-то вообще не понял. Волнат? Что? Ну, это защита. Только непонятно зачем. Ну, ладно, в принципе, это не так уж и важно. Я буду называть его... Так, сейчас помню. А, это вот стена ореха, да. Официально его зовут стена ореха. Вроде так, да. Так, все. Теперь у нас уже... Кстати, у нас 5 рядов уже. Ну все, блин, тут уже будет посложнее. Посложнее. Зомби уже в пути. Как хорошо, что у нас есть вот такой спаситель наш. Так, пока что можем ряды пацанков поставить немного, достаточно. Так, вот так. Целый ряд уже поставили. Это хорошо, это хорошо. Два ряда давайте потом его поставим. Ну, смотрите, он, конечно, прочный, но все равно надо поставить уже грохострел. Так. Все, он сейчас уже съест его, да? Безжалостно съест просто. Или не, или не успеет. Успел съесть. Ну и сразу же башка отлетела.
Ага, на первом ряду у нас зомби идет. Хорошо, сейчас поставлю. Грохострел. Опа, зомби с конусом. Кстати, у нас уже как грохострелов. Это очень хорошо. Вот так, ставим, и все хорошо. Лучше так сделаем. Опасно. Ну все, в принципе, найс. Все очень круто. Так. О, прям... Прям хорошо. Прям хорошо все дела идут. Так, до волны нам бы успеть поставить все стены орехи. Хотя это не так уж и важно, в принципе. Ведь мы, скорее всего, всех взорвем бомбой своей. Черешней. Ну, или вишней, я не знаю. Ну, вроде как это черри. Бомба, что-то черри взрывная, ну. Что такое? Ладно, сейчас тогда поставим выстрел, пусть так будет. Все, сейчас всех заливать будем. Так. Ждем, ждем. Раз, два, три. Все, финал. Ну, финальный. Волна, все. Угу, давайте тут взорвем. И осталось вообще один зомбик остался всего лишь. Которого мы сейчас быстро победим. Ну что, нам выпадает лопата. Ну что, лопата, друзья, чтобы нам скапывать растения. В принципе, логично все. Да, лопата. Что, погнали. Пятый уровень. Так, безумный Дэйв нам говорит. Привет, привет, привет. Ну что, скапываем растения. Лопата так-то нам действительно очень сильно пригодится. Спасибо. Да-да, спасибо, что обучение. Ну, мы как бы и так уже... Нет, так и уже все знаю. Так. Погнали, это мини-игра. Прикольная мини-игра достаточно, кстати. Оп. Ну, тут надо играть, кстати, действительно. Вот сейчас вот я специально подождал, чтобы он отлетел. Блин. Он мог, кстати, втащить. Ладно, вот допустим, он сейчас отлетит прям в зомби. Блин. Кстати, вот эти красные лучше экономить. Они взрываются. Это очень полезно, но я лучше их оставлю на потом, пожалуй. Они нам еще пригодятся при волне. Но буду, конечно, некоторые тратить, но не прям все, не подряд. Так, ну сейчас в любом случае кого-то сбьет. Давайте сейчас потратим. Покажу вам, как взрывается сразу же. Оп! Ну это хорошо, прям 5 зомби взорвал. Прям прекрасно. Сейчас подождем, когда зомби придут, чтобы еще кого-то попало. И... Оп, попало. Тут тоже кого-то должно попасть, да? Так. Ладно, не будем пока что тратить, нам еще пригодится. Да, достаточно все пока что, у нас все нормально. Сложности пока что нет. Ладно, давайте взорвем. Вот так, хорошо. Сейчас у нас уже волна будет, дорогие друзья. Так. Так. Все, волна началась. Блин, мы еще с этими зомби не расправились. Нас бы... Нам сейчас, конечно, красный. Блин. Плохо. Тут мы решимся. И вот сюда тебя, хороший. Бриш. И мы получаем катапульту. О, не катапульту, мину. Мы получаем мину. А вот это точно картошка. Да. Картошка мина. Ну что, погнали, лол 6.
Так. Ready, set. Сажай. Вот там plant. Ready, set, plant. Plant это переводится как сажай вроде как. У меня с английским как бы не все прям бомба. Ну, так, частично я знаю английский примерно так. Вот сейчас нам вообще мины пригодятся. Прям вообще капец. Смотрите, мы сейчас куда-нибудь сюда ставим, потому что она еще как бы вырастает. Не так моментально. Это, конечно, плохо, но она и так имба. Зомби идет, она сейчас. Да, все там. Сейчас она вылез. Да, все. Сейчас зомби взорвется. А мы, короче, стреляем под сумухи. Перезарядка у нее, конечно, долговатая, но ко второму зомби как бы уже все. Мне еще очень какой-то дай. Ну, пока что вот так поставим уже. Два ряда, думаю, подсолнухов нам вполне себе хватает. Так. Вот сюда. Будем их вставлять, где не защита. Нет, защита, так сказать, у нас. Так, и почти ряд. Достроим подсолнухов. Опа, достроим, все. Так, зомби, давай уже взрывайся. Быдыщ, зомби взрывался прям хорошо. Так. Ангарах острел. Мину куда-нибудь сюда поставим. Тут какой-нибудь зомби опасный пойдет. Все, и ряд у нас горах острелов тоже поставлен. Так, 175. Уже 225 пацанов надо потратить. Опа! Так, так. Блин. Лишь бы сейчас не съел. Зараза. Взял, съел. Интересно, успеет? Ну-ка, подожди, поешь, поешь, поешь. Задержись, пожалуйста, зомби. Просто интересно, успеет или нет. Должна успеть. Ой, успел прям хорошо. Так, тут он пошел. Так. Вот тут. О, а, ну прям хорошо, тут мина стоит. Прям нужно везде, кстати, писать мины. И как раз сейчас умрет. Так. Сейчас уже волна будет, друзья. Все, сейчас будет у нас волна, ребят. Все. Приготовились взрывать всех. Ну-ка. Взорвали. Не знаю, как быстрее. Ладно, давайте так быстрее, наверное, будет. Все, и мы получаем ледяной горохострел. Интересно, интересно. Ну что, погнали с новыми тогда проходить. Так, ну новых зомби вроде как у нас вообще нет. Так что окей. Просто побольше их будет, и все. Не, музыка, конечно, реально вообще топовая. Кстати, мы еще под все эти уровни играли, еще ни разу газонокосилку не потратили. Да, не потратилась она у нас. И все хорошо прям вообще. В прошлый раз я два пацанка поставил, зомби пошел. Нет, три. И сейчас поставил второй, и уже зомби пошел. Окей, 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 сюда куда-нибудь. Ну, пусть тут что ли будет. Надо же хотя бы ряд поставить.
хотя бы ряд подсолнухов. А так, одного ряда, конечно, мало, но это хотя бы. Может поставить 3 ряда подсолнухов, потом их убирать лопатой? Как вам такая идейка? Мне это вообще нравится, эта идея. Прям бомба, считаю. Но, видно, сегодня не судьба нам так сделать. Ладно, если что, тебя уберем. Так. Сюда, получается, да? Да, правильно посчитал. Ну так, пока что все хорошо. Только вот первый ряд у нас пустой, это вообще плохо. Блин. Тут вроде норм. Ну-ка, ждите. Тут надо. Вот чувствую, капец. Ладно, думаю, все нормально будет. Блин. Пока что не будем тебя вставлять. Так. О, зомби взорвался. На 4-м ряду. Не зря я его туда поставила. Ну, все, ряд подсолнухов у нас поставлен. В принципе, у нас все нормально. В принципе. Или нет, или оставить вообще, оставить, имеется в виду. Или менять под... Давайте я лучше гарахаселов буду менять, я их оставлю, да. Вот так будет вообще топа. Пока что так оставляем. Ладно, сейчас разберемся. Опа, и прям орешек прям плотно, оп, хорошо. Ставим мину. 3 ряда пацанов. О, прям хорошо, ребят. Я прям чувствую нашу силу. Так. Угу. Да, вот так будем делать. Постепенно все убирать. И на ледяных менять. Ну да, вот это хороший план. Так, вроде все пока что хорошо. Так. Да, даже не вижу смысла вишенку использовать. Ой, это сейчас испугался, конечно. Лучше поставлю сюда еще. Так. Ну, думаю, ко второй волне у нас уже будет 3 ряда ледяных боевых стрелов. Сейчас мы уже как раз... Все. 2 ледяных ряда. То есть 2 ряда ледяных боевых стрелов у нас уже есть. Это хорошо, это очень хорошо. Что, начинаем 3-й ставить. Так, убираем, ставим. Лишь бы аккуратно это делать, не убирать ничего лишнего. Тут может получиться вообще будет плохо. Так. Волна у нас тут уже близко, вторая. Нам всего лишь 2 длинных подсолнуха. Грохострела осталось. Ставить, все. 1 уже остался, в принципе, на нормальном. И 1 минутку для красоты. И вот вообще шикарно. Все. Оп. Оп. Не, ну шикарно, шикарно. Не вижу уже смысла делать 4-й ряд или что, делаем или нет. Давайте попробуем, что ли. Так сказать, лишнего вообще не будет. Лишнего, друзья, вообще не будет, действительно.
Думаю, я уже не успею. Но все равно, думаю, стоит. Да, сейчас уже волна будет, друзья. Все уже. Я уже тут реально не успею. Ну вот, ну все, выставляем. Может, и успеем. Или нет. Да нормально. Нормас. Ну, одного не хватило, просто одного не хватило. Так вообще все шикарно. Ну, все равно сейчас поставим. Давайте, немножко. 100 нужно, солнышко, 100. Еще 3, пацанка, дайте, пожалуйста. И давайте, ну давайте, еще. И ставим 4 ряда ледяных выстрел. Ну блин, ну это достойно, это действительно достойно. Ну все, кутят. И сейчас они взорвутся, да, скорее всего. Ну да, они сейчас взорвутся, все. Взрывайся. Брещина, получается, дают. Кусачку. Зубастика, кусачку. Чомпер. Он будет, я буду тебя называть Чомпер. Кусачка. Не Чомпер, а кусачка. О, теперь у нас есть выбор. Тебя. Ну. Можно и обойтись. Без этих, ведь тут нет зомби. С палками спортсменов, так что можно и без ледяного обойтись. В принципе. А кусачку надо взять, потому что надо ее испробовать обязательно. Так. Ставим второй пацанок. Волна еще не началась. Странно. Не знаю, сегодня, может, в этой серии полностью дневной, так сказать, эпизод, или как это назвать, пройдем. Так, ну пока что все норм. Куда-нибудь сюда, если честно. Потому что я еще хочу кусачек понаставить, так что пусть тут будет. Ну что, первый ряд подсолнухов у нас готов. В принципе, хорошо. Так, ставим второй. Зомби пошел. Угу. Ну, мина, в принципе, сейчас справится. Хотя можно игрок стрел поставить. Чтобы потом не мучиться уже. Мину куда-нибудь сюда поставлю. Ну что, продолжаем ставить второй ряд подсолнухов. Уже не будем делать три ряда. Нам два, в принципе, хватит. Я так уже думаю, я просто хотела испробуйте. И тем более, нам так много мы сделали ледяных выстрелов. 4 градусов. Так что, и так нормально. Ладно, куда-нибудь сюда. Я говорю, что ли. И кусачку можно уже сюда поставить, и хам. Ну все, уже прогресс. Уже у нас хоть что-то есть. Так, сюда поставлю. Так, ага. Давайте еще кусочку сюда поставим. Хам. Едят, рука торчит. Конечно, полностью. Это живого человека. Ну, это человека. Сколько тут, какой у них тут рост? Я не знаю. Допустим. Но они тут маленькая. Метр. Они тут маленькие, реально. Не, какой метр? Не. Побольше. О-о-о. Вот для этого и кусачки нужны. Зомби какой опасный. Смотрите, у него на ведре прям кровь. Вот он уже поел. Сейчас кусачка просто быстро с ним справится. Хам, и нет зомби с ведром. Вроде опасный зомби, а мы так легко от него справились. Избавились. Справились и избавились. Так. Вроде у нас прям все хорошо.
Прям слишком даже хорошо. Так вроде как не бывает. Скоро у нас волна уже будет. Надо подготовиться. Нам надо уже горохострел поставить. Что нам не хватает? Одного горохострела и одной кусачки. И все будет чики-пуки. Может, так мины по фану еще поставить. Ну что, давай кусачка. Не подведи. Все, ешь. А теперь можем просто накопить на вишенку. Да. И взорвать несколько. 70% что ли зомби, даже могу так сказать. Давайте взорвем где-нибудь тут. Там-то мины. А, нету с ведром зомби, значит, тут взрываем. Здесь не одна идейка, чтобы зомби так хам съела. И вот так сделалось. Прям хорошо. И сейчас зомби уже все умрут. И да, зомби умер. И мы получаем новое растение. Ну что, это уже 9 левел. Ладно, друзья, погнали. Зомби, здравствуй. Ой, с этой палкой, ладно. Тебя возьмем, надо испробовать тебя. Честно, не знаю, выиграем ли мы без ледяного. Ладно, попробуем. Кто у нас есть двойной горохострел. Такая музыка спокойная, такая веселенькая. Так, зубы уже пошли. Угу, пусть идет. Так, как мы сделаем тогда с двойными-то? Три ряда, что ли, опять забабахать? Я вот не знаю. Давайте, что ли, попробуем три ряда забабахать. Давайте попробуем, что ли. Ну, выиграем ли мы так? Тоже не знаю. Ладно, посмотрим, что будет у нас. Так. Куда-нибудь сюда поставим, пока что клепим. Только фартанет и через четвертый ряд зомби пойдет. А если нет, ну, не повезло, не фартануло, значит. Ладно, пусть не будет это. Так. Пока что вроде хорошо. Пока что даже все неплохо. Но чувствую, сейчас у нас будет уже... Вот чувствовал я, что будет все плохо. И чувствовал, кстати, не зря. Тут не успеет, наверное, уже она. Блин, так жалко-то. Успела, прям когда он ел. Вот это реально повезло. Так, что у нас тут, как дела? Так, решим эту проблему. Так. Ставим. Для двойной уже будем оставлять. Пока что подсолнухи можно оставлять спокойной душой пока что. И одного давайте уже поставим. Боевого нашего злого такого. Грозного. Так, вот так. Ну, два подсолнуха, и у нас уже три ряда подсолнухов. Это вообще прям хорошо. На первом ряду зомби испытывает прям такую боль от двойного стрелы. И обычного. Ой, какую я сейчас боль-то. А, вот, все хорошо. Все, три ряда подсолнухов есть. Так, сейчас у нас будет волна. Ну ладно, думаю, ничего страшного. Не произойдет, потому что все, чики-пуки. Так.
Ага, вот так будем делать, да? У нас вот хорошо. Зомби с кедром. Спасибо, мой, интересно мне. Лучше, кстати, не рисковать. Сделаем вот так. Так, зомби с палками. Спортсмены наши нигде не идут. Ты хорошо, ведь зомби с палками это вообще плохо. Смотрите, ест еще надо. Даже так может. Ну ладно, пусть есть, все равно он уже откинулся. Так сказать, напоследок. Ну что, у нас прям тут все хорошо, в принципе, пока что. Я смотрю вообще. Сюда ставим на зеленый грех и стрел. Третий ряд, не знаю, успеем его поставить, нет. Можно, в принципе, попробовать. Почему бы нет? Как говорится, попытка не пытка. Ну что, осталось мне там всего лишь три двойного стрелы и все. Вот у нас. Ой, я думаю, у меня там уже мины не стоят, они не перебывают мины, а прям на моих двойных игроках стрелы. Ну все, все обошлось, все хорошо. Так, сюда. Кстати, у нас сейчас может красиво получится все. Это мне радует, видите. Не, все, я уже тут с ледяными гастролами получилось 4, тут получится только 3. Да, вот так получилось. Сегодня стоит подороже этот двойной гастрол, так что все нормально, все ставим и все хорошо. Ну, прямо красота получилась, ребят. Мощно и красиво. Ну, такое вообще бывает, мощно и красиво. Так, ладно. Сразу же кишечку взрываем сюда. И все. Мы получаем записку от зомби. Что за записка от зомби, мне интересно. На зомби вызывает на бой один на один. Окей. Тут, ой, как тут много зомби. И это, получается, будет... Тут будет нам... Да, да-да-да, все. Друзья, все собрались просто. Максимально собрались. Сразу же два зомби? Чего, на одном ряду? Что-то... Плохо. Ладно, погнали. Не киснем. Все, думаю, этого хватит. Следующий раз смотрим, Ледяной. Ставь сюда куда-нибудь. Просто гляньте под музычку. Музычка просто бомба. Не знаю, куда-нибудь. Сюда. Просто, ребят. Так, вишенку оставляем. Просто. Топчик у нас просто музон. Такой веселый. Такой, там был спокойный такой, а тут теперь такой веселый просто такой, все прям весело, классно. Так. Так, вот это ставим куда-нибудь. Так. Сюда куда-нибудь ставим, друзья. Все прям хорошо, ребят, прям вообще бомба. Так, сюда куда-нибудь ставим, вот сюда. И прям хорошо. Оставим, если что. Пусть пока что вишенки у нас будут не потрачены, а останутся. О, как раз я говорю, этот зомби идет с ведром, а у меня там стоит кусачка. И просто съела, просто моментально съела. Скамим тебя, зомби, с палочкой. Вот так вот. Так. Смотрю, на все эти стороны проходит. Пока что нормально все. Блин, что-то все плохо. А чем так быстро съел, ло? Не понял. Кусочка хоть и жесткая, но все равно у нее очень мало здоровья, как понимаю. Давайте заберем это все дело вот так, блищ. Так. Пока что норм. Вот так, от земли избавляемся. Сюда. Так, еще один помчался. Ничего страшного, взорвем. Так, все взорвались. Зомби с ведром сейчас тоже взорвется, все хорошо.
Так, ставим сюда стенорех. Ого, у нас первая волна. Так. Тут у нас кусачки едят. Горошин просто летит в зомби. Это, конечно, капец. Помоели уже. Где-то еще заменить надо. Но вроде везде пока что нормально. Пока что все ок. Так. Тут я бы сделал вот так. И вот так бы. Потому что там вообще трэш у них. Тут очень серьезно, я уже скажу. Тут вообще не нужно кусачкам. Так. Ну, пока что все хорошо. Я смотрю, вообще прям все хорошо. Так, он перепрыгнет. Ладно, пока что раздержусь. У нас пока что нет. Так, кстати, да. Блин, он съел кусачку. Он вообще офигел. Ну, в принципе, он за это умер, так что. Так, ну, пока что у нас только стенорехи уже помирают. Да, стенорехи у нас все уже умирают максимально. Так. Зарвёка мы все тут быдрич зарвём. Меняем сейчас за меню. Вот тут заменим. Так, поставим. Боже, сколько горошин просто летят. Я просто офигеваю. Их миллионы просто. Просто по шесть точно летает. Прям в зомби. Ну, сейчас взрывать, что попало бы, но тут реально говорю. Ой, сейчас вообще капец зомби будет, я вам реально. Просто говорю, сейчас им вообще капец будет. И сейчас я им все устрою, сейчас я все это убираю, делаю. Сейчас я поставлю. Сколько это вишен? Я просто на каждый ряд могу взорвать всех. Раз, два, три, четыре, пять. Еще что-то зомби тут, нифига. Все, и получаем мы грибочек за ноль. Солнышко, мы что-то ее сделаем. Мы тут полностью прошли день, полностью локация пройдена. Ну что, друзья, не надо нам. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что, всем удачи и всем пока!